Об учителе героя, подтвердившей всем известную фразу «В жизни всегда есть место подвигу». Является этим учителем героем Януш Корчик, который боролся за жизни еврейских детей во время Второй мировой войны. Он являлся врачом, писателем и польским учителем. В то время фашисты считали еврейских детей отбросами, подлежащими уничтожению. Но Януш Корчик боролся за жизнь их и продолжал их воспитывать. Его воспитанников, и он сам добровольно отправился в Варшавское гетто, чтобы быть рядом с воспитанниками. Он их воспитывал, лечил и даже стал воспитателем. В 1942 году его из приюта Корчика были дети депортированы в лагерь смерти Треблинка. Перед отправкой поезда гитлеровцы даровали ему жизнь, но он отказался, чтобы быть рядом со своими воспитанниками. Это страшное для них время. Януш Корчик умер в газовой камере в Треблинке. Все.